самое кресло, в котором всегда сидела Елена Васильевна Образцова, когда она проводила свои мастер-классы. Она сидела вот здесь вот, а отсюда руководила процессом. Ну, я с вашим разрешением все-таки, наверное, займу потом это место, но это вот такое святое. Упражнение для меня в классе – это не просто формальный набор звуков для того, чтобы достать некую высоту или некую глубину или еще что-то. Это та самая лаборатория, в которой мы занимаемся. То есть упражнение – это тоже музыка. Они должны быть спеты музыкально, а не просто формально издавать некие звуки. Начинаю с гласной А. И практически на этой гласной мы и работаем. Я добавляю при необходимости там гласные И, гласные Е и так далее. Но
вот самое надежное, это петь все-таки на, это самое трудное, но оно самое надежное, да. И вот и когда речь идет о, как бы сказать, о легато, я всегда говорю о том, что не звук тяни, а тяни гласную. Вот это такая маленькая, но очень существенная тонкость. Потому что звук тянуть можно по-разному. Это можно и так. Гласную А можно спеть. Ты какую гласную поешь? А. А почему она Гу? Кто на что гораздо? Кто О, кто Е, кто И. То есть вариаций масса приходит, да? Значит, а если мы просто говорим гласную А, и мы ее А, мы ее тянем, голос вылетит из нас, наша задача, априори вылетит. Вот поэтому гласная А, и я иногда вот такой маленький штрих, у меня был потрясающий педагог, которая была в свое время педагогом Кристинского, знаете, там, может быть, такую фамилию, замечательный был, знаменитый был педагог с итальянской школы. И вот он всегда просил, это я от него получила, сказать слово «Амен». И вы знаете, не могут сказать. Вот скажи слово «Амен». Амен. А, еще хорошо открыла. Амен. Опять длинно. Амен. Амен. Вот, понимаете, да? Вот сейчас у нее она хорошо сказала, слышите, как полетела? А теперь спой на этой гласной «Амен». Амен, амен, амен. Давай. Амен, амен, амен. Слышите, какая разница? Скажи «А». Амен, амен, амен. Так, да. Амен, амен, амен. Слышите разницу, да? Вот, я думаю, что достаточно-то распета, да? Да? Олег Михайлович, будьте любезны. Приглашаем нашего концертмейстера замечательного. Ты нечистый грех.
замечательная, музыкальная и все проникновенно очень спела. Умничка, я тебя хвалю. Ну вот есть очень красивый голос, такой необычный тембр. Замечательно. Я тебя поздравляю. Значит, что мне хотелось сказать? Тут иди сюда минуточку. Значит, да, вот тут вот в серединочке там были технички, я там когда с тобой к этому подойду. Просто нотки технически не совсем правильно сделать, да, в серединке. Я не знаю, это случайно или это как выучено. Значит, что мне тебе хотелось бы посоветовать? Все фразы, которые ты начинаешь, смотри, они все идут из затакта. Знаешь, что такое затакт? Да? Затакт. Это it's a note which is before the tact, you know? It's a phrase start very, very soft. You understand? Okay. Значит, попробуй спеть как бы с первой ноткой, чтобы она легко-легко, как будто ты не акцентируешь на ней, да? Не туда, а как будто ты на себя. Понимаешь, да? Я помню чудное мгновение. Вот отпусти, как будто ветерок пошел. Вот попробуй, без акцента. Давай. Соедини. Соедини. Do you understand? One note, you find other one, да? Legato. Давай. Так.
хоть тут активно очень, да, он все равно должен за такт перейти в сильную долю. Гладко. Соедини. Да? Ну, давай, выше. Очень-очень красивая, волшебная. Твои небесные черты. Ну, давай скажем слово так, чтобы все почувствовали. Да. Я забыл твой голос нежный. Вот послушай, тут интервал всего одна секунда. Твой голос нежный, твои небесные черты. Я, да? Вот так. Почувствуй аромат этой музыки. Ну-ка давай, я забыла. Я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. Да. Твои небесные черты. Поняла, да? Поняла, да? Ну вот, и это нескончаемый процесс. Да, можно тут каждую ноту в такой музыке нужно просто облюбовать. Ну, ты большая молодец, ты просто замечательно реагируешь. Поаплодируем ребенку. Thank you.
Конечно, голос интересный, замечательный, всего 14 лет, и тут перспектива есть, да, умничка. Но вот с моей точки зрения, для такой оперной сложной арии не хватает грудного вот этого резонера, вот этой продольности. Да, немножко дружками понятно, да и в такой перерезанный. Поэтому и верхушка была взята с таким тремоляцией тела и так далее. Да? То есть вот этой длины. Вот я бы, вот как раз то, о чем я говорила, вот с этими гласными, с отпусканием подбородка, оно дает возможность вот этому продольности, этой проточности голоса, как бы сказать, реализоваться. Да? Тогда голос звучать начинает в полном объеме и так далее. Давай еще раз послушаем. Она прибежала, как девочка, вот ты прибежал, запыхавшись. Значит, фактически здесь не просто я как-то формально взяла дыхание, а я встрепенулась, как птичка. Ну-ка попробуй так сдавать дыхание. Нет, вот, прямо даже без пения. Вот так вот, как будто ты ахнула. Ну-ка давай. Вот, и происходит вот эта самая задержка дыхания, о которой мы все говорим. То есть дыхание, я им все время это и сама и всем про это говорю, и не устану говорить, дыхание формально, отдельно от пения, тренировка дыхания как тяжелоатлеты, она, конечно, хороша, возможно, но для чего-то другого. Наше дыхание сопряжено напрямую с тем, что мы хотим спеть. Это предикт. И то, как мы хотим спеть, та эмоциональное, как вам сказать, эмоциональное ощущение, предслышание наше, как мы эмоционально, насколько, в каком качестве мы хотим прозвучать, да, вот и дает вот это самое дыхание. Оно включает, причем включается абсолютно все наши мышцы, все, которые требуются для этого. Будьте уверены, наш организм работает как часы. Только ему надо задачу перед ним поставить. Вот давай поставим с тобой задачу. Понимаешь, да, о чем я говорю? Нет? Понятно, да? Вот как будто это как птица. Восторженно. Ну-ка давай. С подружками моя готова. Да, еще.
привлечь к себе внимание, а то это буль-буль-буль там себе укрывал, это можно и думать. Попейте, давай. Вот отпусти туда. Давай. Знаешь, какую дорогу ты идешь, да? Ты же не просто бредешь. Вот ты эту фразу слышишь, и она к тебе приходит. Практически уже чисто. Но там можно, конечно, развивать в этом же аспекте и так далее. И давай концовочку с тобой споем. Да. Не лезь ни в мурочки твои, да? Давай. Не лезь ни в мурочки твои, весь песен. Всегда, когда верхнюю ноту я ставлю, я всегда здесь все раскрываю, и так рукой она всегда, если посмотрим запись, она всегда делала так рукой. Значит, открыла все вот туда. Не врать!
Давай. Вместе со мной, я с тобой. Давай.